В Приморье увеличился туристический поток. Такое заявление сделали в пограничном управлении ФСБ России. На прошлой неделе в край приехали почти 2000 туристов из Китая, Японии, Сингапура и Мексики. Все они воспользовались так называемой электронной визой. Упрощенный режим въезда действует на территории открытого порта Владивосток с 1 августа прошлого года. Кроме достопримечательностей и шопинга, в регион иностранцев привлекают гастрономические туры. Например, недавно во Владивостоке прошел фестиваль гребешка. В сентябре в ресторанах города пройдет ежегодный фестиваль краба. А еще в региональной столице можно посоревноваться в ловле камбалы.